Покажи. В эфире покажи класс. Как дела? Почта таланты принесла? Да вот, все утро разбирался. Ну и что сегодня? Ну, стихи, рисование, подтягивание, театр, кино. Стоп. Давай все по порядку. Хорошо. В эфире Данечка. Привет. Я Данил, мне 4,5 года. Я люблю изучать насекомых. Мое самое любимое насекомое – это богомол. Еще я очень люблю рисовать насекомых. Сейчас я вам... Это стрекоза, это паук. А недавно я научился подтягивать. Сейчас я вам покажу. Кстати, Даня умеет слово «мама» писать, причем очень красиво. Здорово! А ты при театре еще что-то говорил. О, да! Юная актриса, ей 2 годика всего, очень талантливая. А кто ее учит актерскому мастерству? Папа! О, а зовут как? Алина Маратовна. Да я про папу спрашиваю. Как мы удивляемся. Ух ты! Еще раз удивиться хочешь? Да, удивляйся. А глаз как ты строишь? Бум. Вот тебе и бум. Все ясно. Да ясно-то все что? Ясно все про имя, про отчество, про возраст. Ты это к чему? К тому, что на наш конкурс много видеороликов неподписанными приходит. Да, ну и что? А как мы призы им дарить будем? Ведь выступают хорошо, стихи читают. Вот сам посмотри. Нам бы на зиму метку, лапу с медом пососем. Ведь всех лесных зверей мед мы любим, всех синий. Дайте нам побольше меду, мы съедим целую колоду. Лечиться будем вкусным, сладким и густым. Вам за вашу доброту я подарок отдаю. Я нашел цветочек, посадил его в горшочек. Пусть ваш домик украшает, лето вам напоминает. Осень на дворе, на асфальте лужи, ветер в октябре перед зимней стужей. Ой, Мур, да ты стихи начал писать, как неожиданно. Ты знаешь, Степашка, осень всегда вызывает грусть и дает вдохновение. Вот и многие поэты сочиняют стихи. Осенняя пора, а чей очарование? Да, и гулять в такую погоду совсем не хочется. Ну почему же? Еще как хочется. Сам посмотри. Это участница нашего конкурса Ая. Она совсем недавно научилась ходить. Да уж, не то что ходить, сразу бегать начала. Видишь как, ни одной лужи не пропускает. Классные у нее ботиночки. Что надо по погоде? Ага, ноги точно не промокают. Гуляй в свое удовольствие. Покажите свой класс и вы, ребята. Пойте, рисуйте, танцуйте. Играйте со своими домашними питомцами. А заодно и просите родителей снять это на телефон. Угу. Примите участие в конкурсе «Покажи класс». Подробности на нашем сайте. Он вот здесь, внизу экрана указан. И не забывайте голосовать за понравившиеся ролики. Победителей ждут призы. Ну а прямо сейчас новое расследование в «Почемучке».